ж такой умный, ебать. Что? Что? Пошел ты нахуй, пожалуйста. Не общайся. Блядь, проститутка, это ты, блядь, если еще не заметил. А, стоп, стоп, прости, я не про тебя. Это был не ты, всё, я обознал. Мне нахуй, чтоб твоего кота прибить, заебал наглец. Я вот хочу понять, куда ты смотришь? Ну, куда ты смотришь? На тебя. Я на тебя. Почему? Отношение ему в хуй, блядь. А куда тот чего делся, который тут еще типа говорил про родителей, это плохая шутка? Ну про родителей это и правда плохая шутка. Не, ну я да, я согласен с ним. Но а куда он делся? Мне его даже как-то жалко. Мне одно кажется, что земля квадратная. Да не, вроде кукла. Да не сама земля, в смысле, земля. Вон как, кажется, выглядит земля с космоса. Квадратная. Да, квадратная, прикинь, вообще пиздец. Правда, немного в уши бьёт, уши, говорю, уши, уши, уши. Сейчас что-то будет. Сейчас он что-то выстрелит. Сейчас точно что-то будет. Ну, блядь, что-то будет. Например, музыку там включили, еще что-то. Мы тебя отхуярим. Хуярево. Мистер Пропер пиздобол, нихуя не моет пол. Не моет пол. Блядь, примерно, у меня их можно. Мистер Пропер пиздобол, нихуя не моет пол. А, ты знаешь, хочешь тебе прикол скажу? Давай. Знаешь, короче, знаешь, нам в школе, короче, нас учитель пранканул. Мы, короче, когда такую-то хуйню сделали, нас учитель поругал, короче, говорит, только дебил на той хуйне смеются. И наш некоторый класс засмеялся. Понятно. Получается, они дебилы, блядь. Мазит, мазит. Ты че, сука, заебал? Бля, че за игноры пошли, я не понимаю. А, я думал... Ну не, просто ты когда крутишься, я думаю, что ты взлететь хочешь. Все. Блять, я уже думал, у тебя получилось. Подожди, я, конечно, извиняюсь за свой вопрос немного. Ты мальчик или девочка? А ты как думаешь? Девочка. Я зовут Анна, да? Тебе за километр, мальчик. Блядь, а мне самому нахуй говорили, блядь, что у меня голос как у девочки, блядь. Скорее всего, ты похож на Дошика. Ну, это факт. У меня он в холодильнике лежит, Дошик. Уебись об стену, пожалуйста. Это чисто мой батя, когда выпил две бутылки пива, а я за ним. Это знаешь, как по-русски вот обматерить, это то же самое.
Почему не сделают 5 ночей в школе? Да кто там просрался, блядь? Запор, блядь. Понос. Да какой нафиг вам нос? Это моя муха Валерия летает. Послушайте, мне Валерий. Понятно. Около меня моя муха летает. Блядь. Какой ты страшный, блядь. Согласен. Пацан, порем ты решишь мою задачку. Прибавился один, сколько? Блядь, ничего не вижу, все белое, но... Блядь, я сам нихуя не вижу, подожди. Блядь, я пизданулся, блядь. Много, очень много. Миллион плюс миллион. А, тут Бонни, блядь. Да я тебе о чем? Прям Бонни при Бонни, понимаешь? У него аватарка Бонни. Понял, ты не рисуешь. Он ушел. Дачку. Один прибавился. Сколько осталось? Не пузя. Было 3 пельфинов. Нихуя. Реши мою задачку. Было 3 апельсина. Сколько у тебя апельсинов? Блять, в каком классе? Не знаю. Я знаю. Реши мою задачку. Он так, знаешь, он так всем, что ли, подходить будет? И в жизни, и к соседям, там, не знаю, блин, в игре, в разных играх, что ли. Реши мою задачку, блять. Блять, ты когда все ребенок не можешь... Достаточно времени он говорит всем, блядь. А, знаешь, прикинь, ему задачку задали, он теперь говорит, скажи задачку. Бля, это логично, блядь. И списать не надо, и там, знаешь, ничего не скажут. Сколько у тебя? Так можно же примеры делать, прийти в игру, сказать, сколько там будет, не знаю, там, 100 там плюс 100, блядь. И тебе ответят, и все, ответ готов. Блять, вот мне всегда, блять, я не знаю, как сказать, мне всегда интересовало, типа, знаешь, блять, подходит человек и спрашивает, сколько тебе лет? Я говорю, мне 32. Знаешь, таким детским голосом такой, знаешь, мне 32, блять. Как из мима просто, блять. И вообще, очень смешно, прям старая шура. Иди нахуй. Кто пиздит, я не понимаю. Это такая ситуация. Понятно. Блять, Бонни, короче, я думал, что он сдох, а он не сдох, он здесь. Блять, я думал, он давно уже. Помер? Ну, блять, да. Ну, ладно. А где его, блять, ебучие друзья? Вот. Пять. И вот как ты думаешь, можно ли верить Богу? Не знаю, думаю, да. Я его думаю, что не надо. Я один раз поверил, он, блядь, меня лицом в асфальт и упал. Очнись, сука. Это жизнь, блядь. Хера. Точно такой же скин, точно, ты знаешь, воздух. Знаешь, он не хотел пародировать тебя, просто и съебался. Я не понимаю, почему меня кто-то боится, блядь. Блядь, мне просто в детстве такое имя, ой, фамилию дали, блядь, да, это я сам не рад этому фамилии. Заяц хуялись, но всё-таки заяц, а я вот. У них свидание, смотри. Сейчас он будет её подкатывать. Вот это булка, святая, блядь. Это булка, блядь. Я в ахуе. Ёбаный в рот. Краш. Блядь, что?
Бля, что за смешарик, нахуй? Да я тебе что, ой, блядь, это шашлык. Бля, как он передвигается, мне интересно. Хуя он, блядь. Бля, что, это мой дом, ебать. Это мой дом, блядь, ничего не знаю. Интересно, кого-нибудь хвостом ебать? Знаешь? Да? Мне кажется, Рай вот так выглядит. Ну, блядь. Блядь, ну ёбаный в рот. Блять, там, короче, у чего ебать аватарка нахуй Украины. Пацан худей. Пацан худей, давай, я то много нажрался, ему. Знаешь, это когда у тебя день рождения, блять, отметил нахуй. С как он передвигается, блядь, меня интересует, блядь. Ты посмотри на его ручки, блядь. Что так поворачивается? Это я, короче, пирожков нажарал. Слушай, по-моему, ты себе пытаешься пострелять. А да, не... да, мне даже так кажется. Ты пытаешься себя чисто застрелить и все. Тем более нас пытаются пристрелить феном.